Всем привет! С начала года прошло уже немало времени, и мир визуального искусства тоже не сидел без дела. Улицы в любое время года притягивают к себе все большее количество художников, а значит, нам есть что рассказать. Так что ловите свежий новостной выпуск и не забудьте поддержать лайком и комментарием снизу этот ролик. Всем приятного просмотра! Поехали! Немецкая художница Клаудия Вальде продолжает покорять все большие масштабы и ставить перед собой более сложные задачи. В этот раз она оформила ни много ни мало, а целый аэропорт в городе Дрезден, Германия. Общая площадь, которую она разрисовала, составила аж 8000 квадратных метров. На таком немалом масштабе она решила воплотить свой путь формирования ее стиля, начиная от классических форм граффити и блокбастеров, заканчивая абстрактной каллиграфией, которую она рисует сегодня. И даже погода в минус 4 градуса не испугали и не остановили от порыва творчества и желания закрыть такой масштабный проект. Также она сделала видеоотчет о проделанной работе, полную версию которой вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании под роликом. Легендарный и неповторимый Райтер Софлес с декабря по март сделал несколько отличных проектов, один из которых длился почти 2 недели и дался ему не так легко, как это может показаться, судя по его навыкам. Он рисовал портреты спортсменов на стадионе Марвел, и как он сам признался в своем инстаграм, что портреты для него это совершенно новая игра. И как раз с этим в проекте ему помогал не менее талантливый и известный Райтер Двейт. Вышла отличная, сочная работа, которую по достоинству оценит каждый, кто это увидит. Нельзя оставить без внимания английского райтера под тегом Bond. Очень техничный райтер со своей неповторимой формой и стилем. Сделал просто супер сочную и яркую работу в Индии. Работа длилась 3 дня и на сегодняшний день считается самым большим муралом в городе Дели, втором по величине городом Индии. Очень техничное исполнение, впрочем, как и большинство его работ, которые вы сможете увидеть, заглянув в его инстаграм, где немало роликов, как он исполняет ровно и чисто от руки геометрию своих форм. Французское трио, отлично дополняющее друг друга в своих проектах, отметили начало года новыми работами, все так же красочными и интригующими сюжетами от Скафа. Дико крутыми и проработанными персонажами от Абус. И стильными объемными шрифтами от Райтера Валлер. Если вы еще не подписаны на этих ребят, то настоятельно рекомендуем заглянуть в их инстаграм. Парни очень активно двигаются и развиваются в своих стилях. Часто рисуют вместе и экспериментируют, создавая немалые по объему и красоте работы, достойные внимания каждого. Старичок Буги начал свой год с нескольких новых работ и даже заделался блогером, начав вести свой собственный YouTube-канал, на котором коротко и по делу показывает выполнение своих работ в разных уголках мира. Первые 2 ролика уже висят на его канале, так что переходите и смотрите, ссылка будет в описании. А помимо блога, Буги отметился стильной работой, в которой прямо признался в симпатии к музыке известного рэпера Post Malone, а именно к треку Rockstar. Также немного повеселился на поездах, разбавив унылые вагоны своим фирменным и красочным Буги. Райтер Норм под занавес 18-го побывал в Америке и, конечно же, заглянул в место силы граффити и стрит-арта район Винвуд в Майами и сделал пару очень детальных и сочных работ. Немецкий почерк детальности и отработки цвета в его картинах чувствуется и не перестает радовать глаз. Также за последний месяц сделал 2 совместные работы с райтерами Убель и Стокер.
Португалец Адейт продолжает плодить своих насекомых, создавая их буквально голыми руками. Несколько новых персонажей в его исполнении трудно оставить без внимания. Его насекомые заполонили уже достаточное количество локаций по всему миру, но он не собирается останавливаться, чтобы напомнить всем, что природа также является неотъемлемой частью нашей современной жизни. В том же стиле Адейт экспериментирует и с надписями, отражающими его видение и подачу формы на стенах. Райтер Смог сделал пару свежих работ на стенах и холстах. С его персонажами любые шрифты будут отлично дополнять композиции работы. Но сам Смог предпочитает трехмерный стиль и отдается полностью реализации крутых проектов в этом направлении. Участник – известный FX Crew и любитель искажать действительность так, как ему нравится. Ловим и подписываемся на его Instagram. Таких креативщиков надо знать в лицо. Stereohead и немецкий Райтер Скеннер в конце года сделали масштабную работу на весь фасад четырехэтажного дома в Германии. Вышла очень достойная работа, несмотря на то, что работать приходилось в сильный мороз, несмотря на который ребята отлично справились со своей задачей. В завершении 2018 года райтер из Оренбурга Дима СВ провел персональную выставку под названием «Яд», заинтриговав поклонников своего творчества коротким промо-видео. Надо отметить, что с подачей своего ремесла у этого парня все в порядке, и атмосфера, создаваемая на выставках в подобных промо, только увеличивает интерес к его творчеству. А по словам самого автора, выставка прошла даже лучше, чем ожидалось, что подтверждает вышесказанное. Так что ждем новых проектов и желаем только успехов и развития. С начала года в интернете появилось достаточно смелое видео, где девушка, не стесняясь, ходит по улицам Парижа и тегает на глазах у всех прохожих. Как стало понятно из небольшого диалога в ролике, это некая Lady K из французского Crew 156, и в граффити она достаточно давно, аж с 98 года. Видимо, опыта и смелости накопилось достаточно, чтобы разгуливать по столице моды и раздавать на фасадах свои жирные теги. Надо отметить, что у нее это отлично получается, а ссылку на ролик мы оставим в описании. Испанские художники Пичи Аво в течение целого года создавали скульптуру высотой в 26 метров и буквально несколько дней назад выставили ее на глазах у тысячи людей на церемонии, посвященной началу весны и знаменованию всему новому – Las Fallas, а по-русски – Испанская Масленица, праздник весны и огня, проходящий в городе Валенсия. По-настоящему эпичная инсталляция, и даже на видео заметны масштабы и все детали скульптуры с их фирменным покрасом в стиле бомбинга и тегов. Ну вот и все на сегодня. Надеемся, наши выпуски открывают для вас что-то новое и интересное. Мы стараемся привлечь максимум внимания к современному искусству, стрит-арту и граффити в нашей стране. И надеемся на вашу поддержку. Спасибо за просмотр, отличного вам настроения и увидимся в следующем выпуске. Всем удачи и пока!